В Каспийске на базе гимназии номер 11 состоялось совещание с наставниками вожатых муниципалитета. Организовано совещание в преддверии нового учебного года для обсуждения планов и идей. Те, кто пришли, это люди увлеченные, преданные, которые хотят, чтобы жизнь их ребят в школе стала интереснее. Потому что движение первых – это организация, которая помогает ребятам раскрыть себя. 12 направлений деятельности. Что хочешь, делай, участвуй. Будут награды, будут поездки, будут признания ребят. В ходе собрания поднимались вопросы коммуникации с родителями учащихся и привлечения их к деятельности организации, а также своевременное освещение работы в СМИ. Сегодня мы подведем итоги, перспективы сделаем. И, конечно же, награждение будет. Награждение первичных отделений. Потому что в каждой школе это называется первичное отделение. Отметим, что Каспийское местное отделение движения первых активно развивается и привлекает к творческой деятельности все больше и больше талантливых и ответственных детей и специалистов.